Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить рейдж. В последней серии Мэйр Клейтон дал нам задание разобраться с образцом осколком Филтрита. Для этого нам нужно отправиться в пустошь к отшельнику Квасиру. Для этого нам нужна машина, так, урон у нее 0, и патрончики я купил. Собственно, выходим, выезжаем в пустоши. Посмотрим, что он может нам предложить. Что он может нам поведать об этом образце. Патронов у меня, как видите, 2000. Упс. Так, есть желающие огрести? Есть. Хорошо. Огребайте. Разжелайте. Ой. Ой. Ну, это было круто. Так, осторожно, мина. И, собственно, бандиты. Получи, фашист. И получи, там еще одна едет. Вылезай. Даже две. И еще один. И еще один. А это щитом какой-то, да? Вот так, на Таранова возьмем. И получили за это неплохие деньги. При этом потратили 700 патронов. Расход, конечно, просто дикий какой-то. А, ну да ладно. Ничего страшного. Патроны они для того и есть, чтобы их тратить. Тихо. И мы приехали. Тихо. Что я вижу? Вот так. Мне будет спокойнее. Надо сказать, довольно-таки защищенное, укрепленное место. А, так ты по поручению Клейтона. Ну хорошо, подожди. А я посмотрю, что мэр на тебя повесил. Обалдеть. Так, быстро. Заходи, блин. Руки держи по швам. Хорошо. Интересно. Лаборатория Квасира. Блин, ну посмотрите, да, с точки зрения дизайна, насколько все грамотно. Ну, иди сюда. Посмотрим, что там у тебя. Ух ты какой. Положи на стойку, посмотрим, что так напугало Клейтона. Вот такая вот хрень, смотри. Вот. А ты обламывайся. Интересно. Филтрит. Отлично. Нужно провести опыты. Ты подождешь? Ну ты... Ты тоже весьма интересен. Чем-то ты не похож на других. Стоит на тебя взглянуть поближе. Прикольно у тебя на плече. Интересно. Штука. Даже очень. Все эти маленькие компьютеры у тебя внутри. Тайны, тайны. У каждого есть маленький секрет. А ты сам большая загадка. Я давно не встречал таких, как ты. С тех пор, как не работаю на правительство. Не представляешь, как тебе повезло, что ты еще не попался правительству. Если тебя поймают, и у тебя не будет того, что им нужно, ты труп. Ты принадлежишь старому миру, а не их новому. Конечно, есть люди, которые восстают, но их мало. Это сопротивление.
Не то чтобы я их знаю, просто они существуют. Маленькие группки борцов. И может быть только... Может быть, ты им поможешь. Ты смог выжить здесь. Так твои прозрачно намекает. Стоит внимания. Но этот стандартный дефибриллятор не позволит тебе долго продержаться против армии правительства. Я мог бы улучшить его. С ним ты продержишься гораздо дольше, но надо будет кое-что предпринять. Видишь ли, того, что нужно, у меня здесь нет. Но его можно найти в мертвом городе. Мертвый город. Как многообещающе звучит. Он так назван не зря. Сам увидишь. В центре города больница, где я имел честь работать, пока не стал очевиден зловещий характер тамошних опытов. Всего, что там творилось, я не видел, но слухи доходили. Теперь город окружен огромной стеной и полон живых напоминаний об этих ужасах. Твой путь и так будет труден. Но без улучшенного дефибриллятора ты не протянешь и недели. Боюсь, у тебя нет выбора. А, ну что ж. Больница находится в центре города. Проберись в подвал. Ищи все, что связано с проектом Ковчег. Только там можно найти то, что нужно. Да, чуть не забыл. Единственный путь в город — канализация, выведенная... За стены. Всех благ. Обожаю канализацию. Еще с Дайланда. Иди уже. Найди эту штуку, пока я изучаю твой образец. Хорошо. Ну что ж. Задание обещает быть довольно-таки интересным. И еще мне интересно... Блин, какое освещение крутое, а? Еще мне интересно, смогу ли я уложиться в одну серию с этим заданием, потому что город это все-таки, я думаю, довольно-таки большая локация. Но, тем не менее, давайте поехали. Я еще хотел в берлогу к саванам пойти, но я думаю, это уже будет после того, как я разберусь с этим квестом, потому что именно этот квест, в принципе, я думаю, будет очень интересным. Круто! Еще двое едут. Блин, с ракетами. Это у них типа самый главный, ракетами стреляет, тому подобное. Не очень приятная вещь. А он все уже кончился. Ну ладно, нашим легче. А, так, как нам сюда попасть? Да, тут виден пешком. Ну ладно, пешком так пешком. Я так и думал, что в канализации на машине особо не поездишь. Ну что ж, пойдемте. Если враги защищены прочной броней, используйте бронебойные боеприпасы. Обнадеживай. А, ну, надо сказать, здесь канализация, конечно, выглядит гораздо лучше, чем в Dead Island. Графон таки завезли. Слышу мутанта. Где-то вон там. Так, ладно. Вон он. Живой, скотина, смотри. А. Да, и все-таки жаль, что мутанты исчезают. Это печально. Твою мать.
ты живой, что ли? Ой-ой-ой. Как там у нас ближний бой-то? Кнопка В, не очень удобно. А, ну ладно, это я просто пытался нажать ближний бой, поэтому он сумел подойти ко мне. Что такое вообще? Кто-то ходит, что ли? Я не пойму. Такое ощущение, что надо мной какой-то великан топчется. А ну вы видите, да, какой продвинутый алгоритм перемещения врагов. Здесь они... буквально как в Left 4 Dead перемещаются абсолютно по любой поверхности, везде находят пути. Твою мать, это что было? Ты что так быстро бегаешь-то? Давайте шотган возьмем. По-моему, для них это оптимальное оружие. Патрончики. Так, записаться надо, потому что если я сейчас умру, то я начну с очень далекого места. А на харде убивают довольно-таки быстро, надо сказать. Вы видели это? Я что только что видел? Что-то огромное зашло за вот этот дом. Где ты? Где-то там. Вылезай, покажись. Блин, да чего атмосферная локация? Твою мать! Почему Вашингтон на Fallout 3 не был настолько красив? Так, тихо. Отступаем. Это не паническое бегство, это тактическое отступление, вы не подумайте. Да блин. А, хрен попадешь. Борис, хрен попадешь. Что-то у меня сегодня... меткость страдает. Че, все что ли? А, явно нет. Так, я не понял. Твою мать, это что такое еще? Охереть! Так, ну-ка. Ну-ка, погоди. Лучше подойти поближе, чтобы его минометы не очень на меня действовали. Так, сейчас мы поставим осколочные гранаты и побежали. Какое-то страшное. Тихо, надо отступить. Ой-ой. Твою мать, вот эта мяснина идет. Ладно, так. Сейчас, дружок, ты у меня получишь. Не ты первый, не ты последний. Сейчас, дорогой, все будет.
Давай. Да что там вообще никакущий. А, но прикольный был, надо сказать. Нормально. Патронов, конечно, сожрал это все довольно-таки много. Ах, ну да ладно. В целом было довольно-таки забавно. А, дом, милый дом. Да уж. Милый. Милее некуда. 6 картечей осталось, 6 картечных патронов. Так, что у нас, какие-нибудь другие патроны есть? Нет. Ладно, пробираемся куда-то дальше. Ой, тихо. Да, тут явно есть штуки побольше того мутанта. Будем знать, будем опасаться. Блин. Так. Что где? Так, сейчас походу толпа вломится сюда. А. Добрый день. Свободен. Мне, конечно, говорили, что в закрытых помещениях лучше крылопалки не использовать, потому что они не могут вернуться. Ну-ка, слезай. Но так хотелось, прям так хотелось. Ладно. Ой, круто. Ага. Че, не попал, что? Да не может быть. Так, вроде бы спокойно. Свободен. Что-то у меня не вызывает доверия, это большая открытая локация. Видимо, тут что-то явно будет. Я, конечно, надеюсь, что это неправда. Остальные клинки, хорошо. Детали машины СДУ. Отлично. Так, и чё? Я сюда, похоже, чисто за ними ходил. А нам, судя по всему, вот сюда. Ты посмотри, да, что творится. Здесь, похоже, ударная волна разнесла вообще все, что можно.
Так, кстати говоря, я не могу там что-нибудь скрафтить, я не знаю. Так, что у нас улучшение? Вот у нас стоит, значит, две штуки. Но я хочу посмотреть не это, я хочу посмотреть, что нам можно собрать. Нам нельзя собрать замколомку, и это, а больше мы пока ничего и не умеем. Ну ладно. Да не такие швы страшные. Ой. Твою мать. Ёлки-палки, это что такое? Так, мне нужен шотган. Ах, это что за бяка? Блин, давай бери шотган быстрее, братин. Тихо. Ах, пакость. Ох ты, елки-палки. Так, шотгана у меня больше нет. Давайте-ка возьмем пистолет с толстячками. Я думаю, ему очень понравится. Или даже вот с этими. Все, что ли? Фу, так. Да, это было криво. Блин, это что вообще такое творится? Какие-то уроды. Ну круто, блин. Ты видели, у него покрышка была на спине. Наверное, удобно. Фу, пакость. Так, остальные патроны. Как мне туда неохота. Но он там что-то призывно светится. Ох, пакость какая. Коллекционная карта. Ну ладно. Уже хорошо. Так, надо перезарядиться. Надо перезарядиться. Все, можно выдвигаться. О! Да, ребят, мы попали. Мы попали. Мы опять попали. Что ж такое? Я думаю, будет... Ты, твою мать, откуда взялся? Еще бежит, я слышу его. Отступим на выгодную... А что с тобой не так?
блин. Все кнопки путаю. И сейчас меня из-за этого убьют еще. Так, давайте разберемся, почему, когда я пытаюсь кого-то ударить, у меня оружие меняется. Короче, кнопка B это переключить патроны, кнопка V, собственно, удар, кнопка C, да хрен поймешь, честно говоря. Простите меня, я привык. Я отвык играть в такие резкие шутеры на клавомыши. Все больше на геймпаде. Это что такое тут? Ах, пакость! Чего вообще такое было? Подохни, когда мать твою. Но ему вроде тоже понравилось. Умер хоть нет. Вы посмотрите, да? Обалдеть, пакость какая. Какая пакость. Фу, это что такое? О, на меня капает. Да, не самое приятное место, но насколько же круто оно сделано. Так, по новой нужно все перезарядить. Я почему-то начинаю дергаться в этой игре, когда что-то идет не по плану. Давайте пока с дробовиком походим. 8 патронов, конечно, это не серьезно, но... Какого черта? Почему бы и нет? А на замколомку у нас, похоже, ничего не хватит. А нет, у нас шестеренок нет. Не надо было их тогда продавать. Все в какой-то слизи. Ужас какой-то. Так, провод ведет туда. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Мутант слизень. Круто. И чё? А, во. Так, опа. Хорошо, патроны это. Этому мы завсегда рады. Опа! Я где-то еще слышу. И ни одного. Только не ты. Ты меня пугаешь, ты какой-то некроморф просто. Был там такой же монстр. Ужасный, надо сказать, на харде почти, блин. 100% смерть. Что ж с тобой? Короче. Вот так вот, я думаю, тебе понравится. Антисептик мы с тебя подобрали. Я бы к тебе вообще не притронулся, конечно, честно говоря. А, но тем не менее. Блин, да что такое?
Тихо. Ты посмотри, блин, а это... Валить надо, валить. Нахер. Чё, съели? Ну и в принципе, я думаю, ребят, на этом мы завершим эту серию. Продолжим разбираться с мутантами, с этим городом в следующей. Надеюсь, вам все нравится настолько же, насколько это нравится мне, то есть очень сильно. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.